Всем привет! С вами снова лаборатория GrassAuto. И сегодня мы с вами поговорим о пластике в салоне вашего автомобиля. Ведь внешнее состояние пластика в салоне волнует не меньше, чем двигатель или остальные узлы автомобиля, потому что они находятся всегда на виду. Самое распространенное повреждение пластика – это мелкие царапины. И при продаже автомобиля это будет одна из причин понижения его стоимости. Замаскировать эти царапины можно разными способами, применяя различные средства. Также можно обратиться в сервис, чтобы вам убрали эти царапины. Но сегодня мы рассмотрим, как замаскировать эти царапины с помощью Dashboard Cleaner от Grass. Давайте, собственно, разберем, как выглядит процесс полировки автомобиля. Сразу хочу обратить ваше внимание на то, что полироли предназначены именно для использования их на заранее очищенных поверхностях. Поэтому сначала поверхность пластикового элемента тщательно вымывается с использованием моющих средств. Особое внимание уделяется тем местам, которые имеют въевшиеся частички грязи. Затем поверхность необходимо обезжирить. Для этого можно использовать спирт. А вот к помощи white spirit и бензина лучше не прибегать, поскольку их агрессивный состав может испортить пластмассу. Итак, начнем полировку. Начнем мы с дверных карт, порогов и передней панели. Если говорить о Dashboard Cleaner от Grass, он не только очищает и полирует поверхность, он еще ее и защищает. И помимо этого, так как в состав этого средства входят силиконы, он также служит еще и антистатиком. С помощью аэрозольного баллончика наносим на небольшом расстоянии на пластик и даем ему немножечко впитаться. Кстати, у нашей полироли имеется замечательный запах, в данном случае клубника, есть еще в линейке лимон, ваниль и вишня, очень приятные запахи. Фишка полироли в том, что он замечательно маскирует мелкие царапины. Чем, кстати, и пользуются перекупы, когда проходят предпродажную подготовку, чтобы продать автомобиль подороже. Ну что ж, мы закончили полировку дверных карт, порога и передней панели. Что могу сказать, мелкие царапины замечательно скрылись, замаскировались. Конечно, большие царапины, к примеру, как вот такая царапина от ключей, от гвоздей и так далее, они, конечно, не скроются. Здесь нужно обращаться в сервис или к специалистам для того, чтобы убирать эти царапины или покупать новую панель. Следите за салоном вашего автомобиля, и ваш автомобиль скажет вам спасибо.